Так, если хочешь стать удачу в азартных играх, можешь сыграть зонг в любой уважаемой корчме. Алхимия, умение превращающее, что-то там. Большинство заданий можно выполнить разными способами. Красноречие поможет вам. Так, ну что ж, продолжим после сбоя игры. Так, здесь это, получается, с ним уже поговорил. Так, теперь мне нужно долг Скунеша получить. Так, все, пошли к Кунешу. О, запыхался. Что-то дыхалка никакая, чувака. Поговорить. Давай побазарим. Здравствуй, Куниш. Что тебе нужно? Так, отец прислал меня за грошами. Отец прислал меня за грошами, которые ты ему задолжал за топор. Вот что так. Заплати хотя бы за инструменты. Так, в прошлый раз ни к чему это не привело. Так. Хотя, так, попробуем все-таки. Так, пока. You know you owe father for a lot more than just the axe and hammer. If he went to the bailiff about it, you'd be in deep water. Заплати хотя бы часть. Please pay for the tools if you can't pay for everything. I told you I have no coin. Сказал, что нет ни гроша. Убирайся, что ли? Ага, этим же топором проломлю, да? Угрожаешь, значит. Ну давай. Долги нужно платить. Я знаю, тебе сейчас нелегко. У тебя ушла жена, за выпивку нужно платить, и ты ничего не умеешь. Удивительно, что у тебя нет ни гроши. Но долг есть долг, и я не могу уйти отсюда с пустыми руками. Ага. Ну давай, давай, посмотрим, чем мы тут могем. Ого, так вот, да? Ну давай. Вот так, ничего себе он мощный чувак. Фига себе. Ничего себе, как с тобой драться-то? Да, вот так вот, да, нифига себе, чувак. Махается круто. Вот так вот. I'll have to get something to eat. I'm starting to get hungry. Так, топор и гвозди надо забрать у него, да? Да, понятно, короче. И гвозди. Так, быстренько. Где гвозди? Get something to eat. I'm starting to get hungry. What are you up to here? Get out of Jesus, look where you're. Hey, watch it. I'll remember you. Да. Странно. Hey. Игра, конечно. Так, ну чё, где гвозди? А, вот так вот, да? Нормально. Как тут вообще драться-то? Ничего не понимаю. Сбиение просто. Да, вообще загадочно.
Короче, надо тут разбираться с игрой вообще, как тут. Еще пинчуга месяца. Сейчас меня вообще насмерть забьет, походу. Вот так вот. Could do with a bite to eat. Так. Съесть. В прошлый раз не получилось съесть. Посмотрим в этот раз, что было. А, вот оно как. Надо нажать и держать, а не просто однократно нажать. Да, зашибись, меня отделали. Да, побежали к маме. Так, где-то там вот мы живем. Огородами. Ага, тут забор кругом, ё-моё. Да, печально. Так, мимо бати. А где маман? Маман. О, маман, тебя не заметил. С опухшими глазами. Гляди, куда прешь, да, мамуля. Ма? Мама, поранился. Кровь все течет и течет. Хватит, ты как маленький. Ну-ка покажи мне, а то не видно. Вот так, сейчас все заживет. Должен научиться это делать сам. Спасибо, мам. Так, задача выполнена. Ну, мама волшебница прямо. Классно. Так, о чем еще с ним можно поговорить? Что тебе надо, сынок? Так... Did Matthew and Fritz come looking for you? No, I haven't seen them this morning. They shouldn't be hard to find. They'll be hanging around a tavern somewhere as usual. Ну хватит. Ты уже почти взрослый, но вскоре отец передаст тебе все дела в кузнице. Ты уже несколько месяцев ухаживаешь за Бланкой. Зачем ты попусту тратишь время с этими двумя бездельниками? От них одни неприятности. Так, ну-ка, может, еды еще в запас даст? Ты не дашь ничего не поесть? Твой завтрак на столе. Так. Закончить разговор. Ага, интересно, там опять сыр появился, что ли? Ага, сейчас размечтался. А, стоп, вот что-то еще, по-моему, тут есть, да? Какая-то... Нет, что-то непонятно. Нет, похоже, это нельзя взять. Мамуля, нет там завтрака? О, яблоки. Яблоки, хорошо. Так, эй.
Что не берется, еще одну хочу. Что тут? А, вот. О. О. Так. О. Тут сесть можно. Сумма. Так. Сумма, сумма, сумма. Так, три яблока. Угу. Ладно, все это понятно. Так, кстати, escape. Так, вот тут еще. Так, рогалик. Да, блин, куда ты садишься? Вставай. Вставай. Так, если здесь сядет, здесь не садится. Только там садится. Странно как-то. Ладно, заход. Да что ты будешь делать? Как мне взять этот рогалик? Рогалик один. Там еще один лежит. Или его нельзя взять уже? О, о, как заполз. Так, ладно, присяди. А, нет, возьмем. Так, возьмем. О, все, не пропаду теперь с голода. О, чечевичная похлебка, можно похавать. Ее можно взять с собой, интересно? О, ее можно взять. С тарелкой вместе, ржака. Да, очень реалистично. Так, все вроде, да? Или тут еще что-то можно? Что в кувшинчике что-нибудь есть? Как он забрался-то? Так, нет, похоже, больше ничего тут нельзя. Ну ладно. Посмотрим, что тут у нас есть интересного. Ух ты! Ой, тут только украсть можно. Не, украсть, воровать мы не будем у родителей. Так. А, нет, это... А, я что, стырил, что ли, получается? Ну, ё-моё, я нечаянно, извиняюсь, а как вернуть? Как вернуть? Как вернуть? Как вернуть? Ладно, не будем больше ничего тут брать, раз тут. Так, а хлеб что? Тоже только? А, взять. Хлеб можно взять. Сыр можно взять. Так, это что такое? Открыть. Так оно открыто как бы. Странно все. Получается. Получается пища. Состояние. Яблоко 6. Рогалик 2. Количество.
Состояние. Походу я ободрался весь. После драки нормально. Бичара такой, короче. Круто. Так, ну-ка, что пишут про эту вещь? Так, льняная рубашка распространена, ведь одежда и носит как богачи, так и бедняки. Да, только не такую драную, похоже. 10%. Как ее починить, интересно. О, топор кузнеца у меня есть. Так, топор кузнеца. Что с ним можно делать? О, снарядить. Чё, как его снарядить? Что значит это красная рука? Оружие не попадает. Иное. Вот, иное. Топор, который кунеж взял в кредит у моего отца, из-за которого так и не заплатил. Украдено в бог знает где. Это как? Ладно, гвозди, короче, надо добыть еще. Ладно, пошли за гвоздями. Что делать? Здесь пока не буду ничего больше брать. Верха подальше. Коса. Больше ничего взять нельзя. Ладно, пойдем с пинчугой общаться. А ну-ка, если поговорить с батей. Может, что посоветует? About time. Have you got everything I wanted? When I asked Kunish to pay, he fought me instead. That bastard. You don't look too bad, though. Did you get the better of him? I'm fine, but he didn't give me the money. Ah, it doesn't matter. Конечно. I'll sort him out this evening. I've no time for him now. Oh, нормально. Ну-ка, чё, батя, скажешь, если я ограблю Кунеша? How about I don't talk to Kunish at all and just take back what you gave him? Rob him, you mean? You can't steal something that already belongs to you. And the thief can't complain. Нельзя указать то, что я так принес. Тебе вор не может жаловаться. В этом что-то есть. Твоей маме это точно не понравится. Ну все, батя одобрил изъятие наших вещей собственных. Пойдем, топор уже. Экспроприировал, вернул точнее. Остается гвоздики найти. Так, будем красться теперь. Оп-оп-оп. Я беспалевный. Ты узнал, где купец? О, так где это я узнал?
Так, посидим, подождем. Подождем, подождем. Так, а что я узнал, где купец? Так, журнал. Так, ага, надо урок боя на мечах взять. Так, молоток и гвоздь, во, молоток и гвозди. Или пока я смотрел, он уже вышел. Посмотрим. О, тут же сарай еще целый. А что тут у него? Гвозди, молоток. Опа. Чик. Я беспалевный. Набрал, потащил. Если там ничего нет, где-то внутри. Ой-ой-ой, меня тут нет, меня тут нет. Так, о, он куда-то попёр, понеслась. Или это не он был? О, прикольно будет, если это не он. Ой, ой, он здесь, прячусь. Это был не он. Так, а если по стелсу? Попробуем. Ага, вон он сидит. Так. Вот молоток, что ли? Этот, что ли, молоток? Какой-то странный молоток. Не берется. Наверное, все-таки не этот. Так, не спалился? Нет, вроде. Вот этот, что ли, молоток? Хм. Странно. Беспалевный чувак. Где молоток-то? Зашибись. О, чу-чу-чу-чу-чу-чу, я ухожу.
наверное, какой-то зверь. Так он подумал, походу. Походу, он меня видел во имя Господа, что он делает. Это не тот молоток. Капец. A locked chest. I'll need a lockpick to get into that. Fritz might have one. Понятно. Короче, отмычки нужны. Ну, короче, ребята, это надолго. У Фрицика отмычки. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Я тут просто хожу. У Фрицика. А Фрицик корчме, да. Корчма. Где? Вот это что ли корчма? Или вот это? I'll have to get something to eat. I'm starting to get hungry. А, вот это бакалейчик. Так, ну-ка карта. Карта. Кузница. Пиво. Так, корчма. Пошли в корчму. Короче, понятно. Вот это корчма, да? Это немец, шутишь, тяжелишь. Как ты смеешь оскорблять нашего короля? Причем это оскорбление, я говорю правду. Сигизмунд сделал то, что и должен был сделать. Он должен был похищать короля, он должен был заманивать в ловушку его кузена Прокопа и бросить его в тюрьму. Он должен был со своим войском татар осадить Кутногору. А почему нет? Что хорошего сделал король Вацлав? При его правлении страна развалилась на части. Немецкие курфюрсты выбрали своим королем Рупрехта Пфальцкого, потому что ваш Вацлав даже не явился на их Рейхстаг. При его правлении так, ага. Немецкие курфюрсты предатели. Против помощи. Здрав будь, матушка. Что здесь творится? Немец несет чушь. Что? Послушай, сам все поймешь. Кто-то должен навести в стране порядок и объединить империю. Какое мне дело до австрийцев? И сейчас даже сам дьявол не разберется с этими папами. Какой папа законный, тот, что в Риме, или тот, что в Авиньоне? Не богохульствуй, Олесь. Но это же правда. Вацлав — король Богемии. Дворяне Богемии не на его стороне. К черту Рожберка и его свору. Пан Рацик — гетман при Вацлаве. Он хранит верность королю, и если он услышит твои слова, он прикажет тебе побить тебя, как собаку. Твоему Рейхстагу скоро нечем будет править. Йост был вынужден продать Люксембург, чтобы помочь своему королю. Южная Богемия за Сигизмунда. Не забывай о Кутногоре, где такие немцы, как ты, целуют ноги Сигизмунду, чтобы сохранить головы на плечах. Да, но, друг мой, немец, это бессмысленно. Давай поговорим о более приятных вещах. Только что это хотел сказать. Немец слишком далеко зашел. Наш законный король Вацлав. Немец дурак. Но что мы можем с ним сделать? Я кое-что придумал. Немец заслужил, чтобы его проучили, да? Ты прав, матуш. Поколотим его. С ума сошел, чтобы тебя заковали в колодки? Не слушайте Фрицика, я придумал кое-что получше. Когда немец разглагольствовал, я вспомнил об огромной куче навоза. Той самой, что рядом с его только что побеленным домом. Думаешь, можно было бы разукрасить? Я в деле. Я прочел бы его поджечь, но и навоз подойдет. Что скажешь, Индра? Я должен принести отцу пиво и сделать еще пару вещей. Мы заканчиваем меч для пана Рацига. Да ладно тебе, мы же не весь день будем кидать пару горстей навоза. Мы просто обязаны защитить честь нашего короля. Ну что, Индра, ты с нами? Are you with us? Так. Так, ну что? Дикие времена, дикие нравы. All right, I'll do it. But then you have to give me a hand with something. What do you need?
Кунеш owes money to father and doesn't want to pay. Кузнец должен отцу и не хочет платить. Я пытался с ним поговорить, но все бесполезные слов недостать, чтобы выбить из него крышу. Одному мне не справиться. No problem, we'll back you up. Конечно, поможете сразу после того, как забросаем дерьмо там немцу. Я с удовольствием дам по роже этому пинчуге. Ладно, тогда пошли, пока немец еще сидит в корчме. You serious? What? What the hell are you doing? What the hell? Ага. Давай, обсудим. So are we doing this or not? Ну что, начнем? Wait. Подожди, нужно убедиться, что нас никто не видит. Зачем? Немец же в корчме. А ты не заметил, что у него еще есть жена и сын? Она нам помешает? Да, Индра, вымани ее из дома. Почему я? Потому что у тебя это хорошо получается. Так, надо что-нибудь съесть. Давай съедим что-нибудь. Так. А вот это что ли жена? Это называется выманить из дома? Greetings, Henry. Привет. What do you want, lad? I just went by the tavern. Так что, конечно, ваш муж говорил там всякие глупости. Я решил, что лучше было бы увезти его домой, пока он не попал в беду. Разумно. Какие глупости. Ну, он говорил, что Сигизмунд прав, а король Вацлав пьяница, и это не всем понравилось, поэтому я подумал. Боже мой, вот дурак. Не хватало еще, чтобы он заговорил о папах. О папах он тоже что-то говорил. Спасибо, что сказал мне. Надеюсь, я успею его увезти раньше, чем он ввяжется в очередную драку. Чё, серьез? Ну чё, выманил? Чё дальше-то? А, вот так вот. Давай. Да, ручонки-то вонять потом будут. What are you waiting for, soldier? Чего ты ждешь, воин? Fire the trebuchet! К бою за короля! For king and country, my ass! Бог с ним, с королем. Это просто good, хорошее, настоящее веселье. Это самое интеллектуальное, походу, из них. Почти такой же хороший, как если выйти этого предателя у позорного столба. Почти. Это за Сигизмунда. Ого-го! Жри навоз, немчура! Негодяи, какого леша вы творите? Эй, Ганс, а ты разве не видишь, мы украшаем ваш дом? Это за то, что твой отец говорил о корчме о предателе Сигизмунде. Мы делаем то, что нужно сделать. Сукины дети, я разукрашу этим дерьмом ваши рожи. Ну, попробуй. Ты что здесь делаешь, Збышек? Связался с ним чурой водичи? Может, тогда тебе понравится последняя немецкая мода? Fucker! I'll make you pay for that. Курва, ты это заплатишь. Так, сейчас будет опять месилово, походу. Ага, вот так вот, да. О, так. Запутался что-то я, однако. Вот чуваку не сладко, блин. Так. Все, походу, он уже готовый. Гоп!
Господи, что делать? Зачем? Немедленно перестаньте. Пристав сейчас будет здесь. Уходим. Уходим. Эй! Ого, не обязательно снова отправляться в путешествие на карте. Вот показаны все места, которые вы можете мгновенно переместиться. Просто выберите нужную точку непосредственного действия. Ого, телепорт. Точка перехода. О, запахался. Так, что мы? Сбежали от пристава? Коробка. What the hell are you doing? О, с тобой попозарить можно? Hey! Нет, нельзя. Ну и ладно, пока. Could do with a bite to eat. Вот так вот, да? Ну, сейчас потерпи чуть-чуть. Давай чуваков догоним. What the hell? May the Lord watch over you, Henry. Ой, тебя тоже. Так. Ну чё, ребята? По-моему, вот с этим дрались, нет? Good health to you, Henry. А и вам доброго здоровья. Damn! А, сразу помогать идем, нормально. Jesus, look where you're going. Ну чё, народ, не будем говорить, нет? Listen, there's this locked chest I need to get into. Во, правда, ты уже устал от честной жизни. It's just that someone has. Нет, дело в том, что у кого-то есть то, что ему не принадлежит, а я хочу забрать это обратно. Ну это вообще не мое дело. Я могу дать тебе несколько отмычек, но если тебя поймают, я тебе ничего не давал. You didn't get them from me. Yeah, never heard of it. Ясно, спасибо, друг. Thanks, Fritz. Так, отмычка. Да, отмычка, блин. Теперь еще надо будет им пользоваться, научиться. Так. He's gone. Fucking done. Так, о чем мы теперь сможем еще поговорить? Well, we sorted that Deutsch out. That was pretty close, повезло eh? Нам, да? That old bastard didn't stand a chance. Поймать. True, but I'm worried that fucker Hans. Да, я боюсь, что эта свинья Ганс донесет нас. Пускай, тогда я надаю ему по шее, да и вообще, что нам могут сделать за то, что мы забросали его дом навозом? Good point. Тоже правда, здесь у нас мало кто любит немца. Так, ага, вот. Мне нужна помощь с Кунешем. I need a hand with Kunesh. Show me. Конечно, Кунеш, ты помог нам, а мы поможем тебе. Тогда давайте этим займемся. Так, они походу будут отвлекать, а мне надо будет... Кунеш, get out here, you old goat. I've something to show you. Надо будет быстренько там провернуть дело. Совсем не спалился, слушай. Тебе помочь? Это как вообще? Ж в кустах сидел. Ну и чё? А, вот, всё, он пошёл к ним. А я пошёл туда сразу. Так, скрыть замок. Опа! Нифига себе помогли. Давайте, народ, покажем алкашу. Что, видишь, долги отдавать не хочет. Enough! Enough! I give up! Take what you want.
It's not much, but it's all I have. You understand? I feel quite hungry. Right. Подожди. Эй, зачем мне отмычки-то, чувак? Ключ же есть. Так. А как им воспользоваться? Вот, ключ Куниша. Наряжено. Ну и что ты не открываешь? Должен сразу открыть. Почему? Почему отмычка-то? Ничего. Так. Блин, ключ же есть. Ничего не понимаю. Ключ. Связка ключей с ключом. Цена, вес. Ну вот оно есть. И чё? Как я должен открыть? Чем мне отмычка, когда у меня есть ключ? Ничего не понимаю. Почему выкинуть-то? Так. Понятненько. Ключи Куниша, вот они есть. Отомкнуть. Скрыть замок легко. Ну-ка. А, надо просто... Просто Б надо нажать. Нет. I'll have to get something to eat. I'm starting to get hungry. Так. Ну вот, я нашел точку. Нажимаю. Психи мою. Да у меня ключ есть, вы чё, народ? Да, ничего не понимаю. Есть ключ. Как мне воспользоваться ключом? А, ну вот. I feel quite hungry. У меня ключ есть, эй. Туф, ничего не понял. Походу, надо было просто разово нажать, а не держать. Да. Как-то так, наверное. Ладно, все, забрал. Так.
взять. А, я открыл, это походу надо взять, да? Так, взять все, долго держать. Оп. Все, взял. Ну, слава тебе, Господи. Так, все. Теперь куда? Купцу продавать, походу, нужно это все. Так. Гвозди. Так. All right, blacksmith's boy, you got the better of me. Take what you want, but you haven't heard the last. Забрал уже, забрал. Так. Ключи Кунеша. Забирай ключи свои. Все. Так, теперь. Здесь мы собрали. Купец. Бакалейщик. Мешок угля на рынке надо купить. Еще и пиво в корчме надо купить. Да, купец. Пошли к купцу сходим. I feel quite hungry. Так, здесь купец, да? God save Henry. Крендель. А, нет, это их. Не то. Так, подожди. Что-то я... Купец. Нет, здесь купец вроде, да? Здесь что интересно? Нет, это да. Это, наверное, купец. Good health to you, Henry. Be a bit more careful. Ты купец или ты кто, мужик? Нет, походу, да. Look where you're going. А, вот с ней побазарим. Так. Как насчет поторговать? О. А, это у нее можно купить это все по сходу. Твое состояние 0, состояние торговца 80, твоя репутация 86, продажа, как ты заплатишь 0, так, а вот продать, так, гвозди, молоток, кунеша, так, корзину. Так. Топор кунеша в корзину. Так, что еще можно продать? Гвозди кунеша. Корзину. Состояние нулевое. Продадим-ка его тоже. Какой-никакой получим монетку. Она будет снята и переместится в корзину. Да. Да, бичара такой без капюшона вообще. Так. Ну, в принципе, все. Еду оставим пока, неизвестно, когда еще поесть придется. Так. И что, все что ли? Как продать тоже? Или типа все продал уже? Хм. Проверить корзину. А, вот. Так, проверить корзину. Проверил. И что теперь? А, вот, заключить сделку. Заключаем.
О, торговаться можно. Ну-ка. I'd like to discuss the price. Aye. Так, ваши деньги заплатить. Вы говорите сумму, которую хотите заплатить или получить. И подтверждаете ее, купец отвечает на ваше предложение. Ваше последнее. Ух ты. Так. Ага. 10-4. Ну давай, поехали. Как это делать? Выберите сумму, которую хотите заплатить или получить. Так. А, ну понятно. Так. Если ползунок не получается сдвинуть, это означает, что у вас или у купца не хватает денег. Когда вы долго торгуете, сделать предложение за предложением, купец начинает терять терпение, какой-то момент прекращает торг. Вы можете понять, насколько близко вы подошли к этой точке, наблюдая за значком под шкалой. Чем больше золота на фоне, тем меньше терпения осталось у купца. Каждый неудачный раунд переговоров ухудшает вашу репутацию в глазах купца. Ну, давай попробуем. Так, ну попробуем поторговаться вот так. Вот так. Так, 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 так. Are we agreed? That's still too much. Ладно. Попробуем вот так. Tough luck. Блин. I'll have to get something to eat. I'm starting to get hungry. Так, не понял. Получилось или не получилось? Так, стоп, где смотреть там сумма? Ноль. Что это значит? А, это значит, что я ничего не продал, получается. Так, ну-ка. Давай еще раз попробуем. Так. Так. Че-че-че-че-че-че. Let's have a word about the price. Sure, why not? I knew we'd come to an arrangement. I could do with a bite to eat. Не понял. Ё-моё! Я чё, не сдвинул ползунок? А-а-а! Косячник. Ладно. Что там получилось? May the Lord watch over you, Henry. Семь и четыре. Да. Ну ладно, что поделаешь. I'll have to get something to eat. I'm starting to get hungry. Покушать опять проголодался, бедолага. Так. Перекусим яблочком. Так, где тут карчмата? Здесь, по-моему, была. Так, стоп. Господа, нужно угля купить.
Так. 10. Да цена, наверное, 10. Ё-моё. Будем узнать цену. Hey, Pip. Do you want to learn something? No. Так, здесь... Ага, вот, у Клешога помощник. How are you? О, не, он недорого стоит-то. Нормально. Так, мешок угля. У него количество 50 мешков, мне нужно один. Так, в корзину. Так, купить, вот купить. И как мне количество тут? А, вот количество. Один. Купил. Все. Заключить сделку. Ну-ка, поторговаться, если. Так, поторгуемся. Надо же тренироваться. О, красноречие. Let's talk about the price. Aye. Подофигел мужик, что тут торговаться, типа. Так, мне нужно дешевле заплатить, да? Ну, хотя бы вот так, что ли. Давай сразу вот так. Tough luck. Отказал, да? Давай пробуем еще раз. Один. Так, проверить корзину, поторговаться. Can we do something about the price? Sure, why not? Так. Давай 0,4 хотя бы, чувак. Is this enough? More. Больше. Тьфу, блин, она больше сразу скачет на 0,5. 0,45 бы хотя бы. Тьфу, мой, поторговался. Капец. That's a sum I can live with. Could do with a bite to eat. Так, проголодался я опять. Ладно, сейчас поедим. Что съесть? А также яблочко перекусим, да и все. Так, дальше. Значит, уголь купили. Пиво. А, 10 мешков надо купить. Ту, ё-моё. Вот это чудо. Оптом-то дешевле должно быть. Давай-ка скидочку оптовую. Так, еще 9, значит, не надо мешочков. А, вот так ползунком можно регулировать. Так. Проверить корзину. Торговаться. Can we do something about the price? Naturally. Давай, давай. А, о, тут здесь можно оптом дешевле, отлично. Так, ну что? Попробуем за 3,5. Are we agreed? You're right, Pinchpurse.
Aye, that would do it. Так, сторговались. I'd love to get something to eat. I'm starting to get hungry. Пошли. Так, все. I feel quite hungry. Значит так. Купили. Урок боя на мечах. И пиво в корчме. Так, сперва, значит, урок боя на мечах нужно нам пройти, а то пиво не холодное будет, батя расстроится. Так. А, вот ты что ли? Или ты? Кто тут на мечах учит? А, вот он, фейсмейстер. Ну, привет, фейхмейстер. Ты уже оправился от ужасной раны, полученной вчера? Да, если считаешь того, что сразу заметил мама, мне пришлось с ней объясняться. Ни одна мать не будет счастлива, если ее сын проявляет интерес к оружию. Где оружие, там смерть. Вопрос о том, чего ты хочешь. Я не хочу вечно гнить в этой дыре. Я чувствую себя здесь чужаком. Я хочу повидать мир, но мир полон опасностей. Я должен уметь защитить себя. Вот это речь не мальчика, но мужа. Но как бы то ни было, сегодня твой последний шанс. Я должен уехать. Ну как, ты готов? Начнем. Хорошо, я буду ждать тебя на обычном месте. На обычном месте. Понятно. Короче, проще за тобой топать, да? Блин, ты так долго будешь идти, чувак. Куда ты идешь, интересно? Где это обычное место? Наверное, где-нибудь здесь. Печалька так. О, овечки. Где-то обычное место здесь, что ли? А, вот оно, где это обычное место. Ну, привет. Are you serious? Да, serious, serious. So, can we get ну started? Что, начнем? Да. Good. Хорошо, так как сегодня мы встречаемся в последний раз, ты должен показать все, чему я тебя научил. Ага, класс. Чему что меня научил? Так. Very well. Ага, давай начнем снова. Все время перемещайся, твоя жизнь зависит от движения. Так. Старайся рубить с разных направлений, непредсказуемость — это самое важное, никогда не повторяйся. Ага, а, вот, теперь я понял. Вот эта звездочка показывает направление. Так, а как их наносить? Колющий удар, ага, вот так вот. Good, good. Let's try так, else. Давай one попробуем. I can fend off without a sweat. But if you chain your strikes, I'll have a much harder time. As soon as you land one blow, follow it with another. Nice. О, сила. Ох, я запыхался, слушай. Ага, попал по руке-то. Так, поговорить.
Связки дела не хватит. Но я устал, хочу спить, все помни. И не тренироваться без этого. Ну все, хорошо. Осталось меч где-то найти. Так, ладно. Все, осталось пивко и крестовина. Ну-ка, сперва можно крестовины сходить, еще пиво, блин, не холодно будет. Попробуем. Так, стоп. A, B, C, D, E. Да, тут по буквам, походу, подсказка. D – следующее задание. Потом только E. Если судить по алфавиту английскому. Да, дыхалка у тебя не к черту, парень. Так. God be with you. Благослови тебя Бог. I'm with you, Henry. И тебя, Индра. How are you? Как дела? Я пришел за крестовиной. Father sent me. Я прислал отец, мы работаем над мечом для пана Рацига. И у Кармигра должна быть крестовина на вершине меча. Отец отправлял к Сазанта. Да, меня Кармигра дал к нам, чтобы мы переделали к тебе. Красивая работа, никогда не видел ничего подобного. Я бы хотел взглянуть на меч, когда он будет готов. Главное, чтобы вы... Так, мне только это не рассказывали. Ладно, заткнись, давай сюда, или я вечером натеру тебе уши. Держись, сиятельный пан. Так, все, как красиво сзади, что нельзя оставить меч себе. Ладно, я, пожалуй, пойду, к вечеру нужно все закончить. Давай увидимся вечером в корчме. Приходи, сегодня я угощаю. Так, крестовина у нас. Я опять проголодался. Так, где там яблочки? Так, яблочко, яблочко. Так, ням-ням, яблочко. Побежали. Все, осталось бате пивка принести. Ну, с горки полегче идет. Все равно запыхался. О, да. Так, побазарим. Приветствую тебя, красавица. Прекрасно выглядишь. Ты тоже красавчик. Что привело тебя сюда? О, благородный пан, это такая честь для простой девушки. А кроме моей красоты, что-нибудь еще интересует вашу милость? Мне нужно пиво для отца. Как обычно? Да, принеси мне холодного из погреба. Конечно. Вот, держи. Спасибо. Можешь заплатить мне за него сегодня вечером. Ни в коем случае. Вот, держи, а вечером я снова загляну к тебе. Буду ждать с нетерпением. Спасибо. Теперь у тебя есть повод дожидаться вечера. You too. Тебя тоже. Да, кстати, тебя спрашивает этот подозрительный тип. Ванёк? Не уверен. Я уверен, что он зарабатывает себе на жизнь, грабя честных прохожих. Я буду рада, если он уедет навсегда. Что бога ради, у вас с ним может быть общего. Он обещал научить меня драться на мечах. Зачем тебе это нужно? Перестань, ты говоришь как мой отец. Ладно, я пойду. Увидимся вечером. Индро, у меня для тебя есть кое-что особенное. Правда, и что это? Твой любимый шнапс. Ничего себе, ты просто чудо.
10 вечером ты меня еще отблагодаришь. Можешь не сомневаться. Так, спасительный шнапс. Так, время 3, игра автоматически сохраняется. В момент важных событий, когда вы спите, если вы хотите сами сохранить игру, вы должны выпить спасительный шнапс. Однако это очень крепкий алкогольный напиток. У вас не может быть больше 3 сохраненных игр. Самая старая будет переписана. Так, ладно. Чё, пати? Побежали. Привет, батя. Наконец-то ты принес все, что я просил. Да. У меня есть уголь, крестовина и пиво. Мы можем начать. Молодец, тогда давай начнем. Так. Ну, интересно, что нам прислал гравюр Сазавы. Ты только посмотри на это. Вот что такое настоящее мастерство. Что здесь написано? Если б я знал, это латынь. Ну, похоже, это на чешский. Не похоже на чешский, скорее всего, латынь. Так. Да, это будет лучший меч, который я когда-либо сделал. Ты принес уголь? Хорошо, тогда разожги огонь, и мы соберем меч. Между прочим, ко мне кое-кто заходил. Я думал, ты знаешь, о ком я говорю. Может быть. Неужели? Потому что уверен, что это ты и твои друзья запросяли навозом новый дом немца. Он был здесь вместе с приставом, они приходили не для того, чтобы распить со мной кувшинчик пива. Что на тебя нашло, Индра? Этот немец, короче, мне говорил всякие глупости о Сигизмунде и его... Он получил по заслугам. Получил по заслугам, говоришь? Ты должен пойти к нему, очистить все, что вы измазали, и извиниться перед ним. Я занимаюсь ремеслом, мне хорошо платит, если моего сына закуют в колодку, то этого не будет лучше ни мне, ни нашему королю, ты меня понимаешь? Да. Посмотри мне в глаза, Индра. Ты меня понимаешь? Я понимаю. Good. Хорошо. Тогда нам не придется снова возвращаться к этому разговору. Значит, ты считаешь, что предателю позволено говорить всякие гадости про нашего короля? Мальчишку поймали, пока он выставлял себя дураком, но вот урок этот он так и не усвоил. Пусть немец и говорил глупости, но не стоит убеждать людей силой, для этого есть слова. Ты можешь выиграть бой насилием, но ты никогда и никого им не убедишь. Запомни, Индра, если ты хочешь доказать кому-то, что он не прав, то попробуй сделать это словами, а не кулаками. Мудрые слова. Я разжег огонь. Хорошо, давай соберем рукоять. Я нагрею клинок, а когда вытащу его из огня, ты быстро насадишь рукоять. Ты знаешь, что делать. Давай. Good. Хорошо. Еще раз. Опасно, работенка. Так, готово. Перешлифуй ее, чтобы хорошо сидела в руке. А я приготовлю чего-то там. Крестовину, наверное. Отец, почему ты уехал из Праги? Зачем мастеру-оружейнику уезжать в деревню и ковать подковы?
I had my reasons, Hal. У меня были на то причины, Индра. And here I have your mother and you. А здесь у меня Why есть твоя мама, и ты, life? Что еще нужно для счастья? Do you remember Emperor Charles? Ты помнишь императора Карла? I do. Да. Life was good under his reign. Людям хорошо жилось при его правлении. Better than now. Лучше, чем сейчас. Он построил половину Праги, мост через Стал, множество замков, основал университет, который не был войн. Он умел править. Чуваки, косяк, я капюшон запродал красный. Почему в капюшоне опять? Но Венцеслас приходится нелегко. Трудно жить в тени великого человека, ведь такие, как Карл, рождаются раз в тысячу лет. А что насчет Сигизмунда? You think Charles would have brought Разве an army down on his own people like Sigismund? Своих же подданных, как это сделал Сигизмунд? Wenceslas may not be Нет, equal to his father. Не ровня своему отцу, но Сигизмунд, то, что он делает, это очень плохо. He brings shame to the royal name. How's it going? Как успехи? Give it here. Давай ее сюда. And we'll put it all together. Сейчас мы соберем все вместе. Он великолепен. Это точно. Храни вас Бог, мой отец прислал меня за гвоздями. Good day to you, Teresa. They're ready. Will you fetch them for me, Hal? They're in the trunk in the living room. Ты не слышишь, что они в сундуке в горнице? Henry, are you all right? Так, отцу кузницу. Так, а кузница где у него там была там? Так, кузница, кузница. Вот она где кузница. Так. Кузница, кузница. I feel quite hungry. Так, что-то я не понял. Кузница где? What is it? Извини. Так, кузница. I put everything you need. Day or night, home or at work. Посмотрим здесь. Это будет кузница. Нет, на частной территории явно не кузница. Странно как-то. Да, съем, съем сейчас. Подожди чуть. Странно как-то. Где курица? Тань, ты от меня с едой с этой, а? Голодающий тоже. Так. Все. Хал. Так, ну что это кузница? Не открыть замок.
Да. Где кузница-то? Это что? Это тоже вскрыть замок. I feel quite hungry. Hungry. А, нет, это погреб. Корчмя. Тоже можно что-то тырить тут, походу. Так. Корчма. Так где кузница-то? Вы чё, прикалываетесь? Корчма. Портной. Точильный круг. Так, сталище. Это все понятно. Непонятно одно, где кузница. А с чего я сделал вообще, что она здесь-то? Портной. А, вот кузница. Там что, на улице, что ли, прям? А, вот что значит кузница, блин. Это лавка кузница. Прикол. Так, и чё? А гвозди где? Good health to you. Кинжал. Так, а у него гвоздей-то нет. I'm just after a few things I need at home. That's all for today. Here's your change. Thank you. All again. I'm here at your service. Come on up and see. Вот так вот. Так, опять что такое-то в компьютере. Сбой начался. Ладно. Так. Иди и принеси гвозди для Терезы. Это все понятно, ладно. Журнал. Так. Так, стоп, походу торможу. I feel quite hungry. Кузница. Может, здесь где-то у него гвозди? Хотя где тут? Стоп, а это не те гвозди, которые я продал. Henry, are you all right? Прикольно. Ну-ка побазарим. About time. Have you got everything I wanted? Да, конечно. I'm working on it.
And how much longer will it take? We have to finish that sword today. Or do you want me to look a fool in front of Sir Radzik? No, I don't. I'll be back soon. I could do with a bite to eat. Oh, my dear. Так, все, яблоки я схавал все. Так, гвозди. Гвозди, гвозди, гвозди. А где они, эти гвозди? Ты не знаешь? Нет, нет? Нет, похоже. Да, жесткая у него улыбочка, конечно. Так. Ну что, надо думать. А что тут думать? Нам нужны гвозди. А гвозди я, походу, продал. Красавчик. Ну что, пошли назад выкупать. Welcome, Henry. Привет. Эй. О, что-то грузится. Так, ну-ка, что у меня с температурой? Так, что не показывает. Ладно. А гвоздей-то тут и нет. А, вот, гвозди. Так, а денег-то у меня хватит выкупить? Вроде хватит. Купить корзину. Так. Корзина. Поторгуемся. I'd like to discuss the price. Sure, why not? Так. Are we agreed? You are right, pinch purse. Вот так, да? Ну давай, хотя бы так. This is a waste of time. Да ё-моё. I could do with a bite to eat. Какая торговка неуступчивая. Так. Ё-моё. Так, купить. Так, корзина. Торговаться. Let's have a word about the price. Naturally. That's a sum I can live with. Да что ты будешь делать? Ну, бабка что-то порчу на меня наводит какую-то явно. Так, стоп. Проверка. Гвозди у меня. Хорошо. Look out! Look out! What were you doing? Так, ну что, надо покушать, однако. Посерьезнее что-то. Эту тарелочка у меня совсем уже пустая. На одних яблоках долго не протянешь.
похлебку схаваю. Ну-ка, посмотрим. О, все, тарелка исчезла. Так, ладно. Henry, are you all right? About time. Have you got everything I wanted? Not yet. I'm working on it. And how much longer will it take? Get a move on. We have to finish that sword today. Не понял. Or do you want me to look a fool in front of Sir Radzik? No, I don't. I'll be back soon. Не понял. Эй. Henry, are you all right? А, надо раз не было поговорить. Here are those nails you wanted. Oh. Thanks. So, how's Bianca? She's fine. Why do you ask? Just wondering. Will you be going to the dance this evening? Oh, we will. Вечером танцы ожидают. Пойдем. Maybe we'll see each other there. Anyway, mustn't keep you. I'll be on my way. That sword is truly beautiful. Так. Ага. Как же Бланка? Fine lass, eh? Now stop staring at her and come and see this. It's time for the trial by fire. We did a fine job. I would expect nothing less from such a renowned swordsmith. Those days are gone, sir. Hmm. You haven't lost your skills, though. Would you like to try it? Sir, what good is a sword to a commoner? Let him try it. Ну-ка, ну-ка, дайте-ка попробовать. Понятно. You still have a lot to learn. Да, ask your father to show you how. He knows what he's about. Learning his trade will serve him better in life, sir. Perhaps. But who knows what the future holds for each of us. I see that you almost have it finished. It just needs a polish, then Henry will bring it to you. Excellent. Fine work, very fine. A sword such as this will bring honor to its bearer. What say you, say, Svan? True, Sir Radzik. If I'd have had its like back in Nicopolis, things would have worked out differently. How odd to find such an accomplished swordsmith working in a place like this. A man of his talent would have no problem making a fortune in Prague or Vienna. You're right. It's a very long and peculiar story. I'd be glad to listen to it over a cup of wine, but duty calls and I must leave. Here you are. Learn from your father. He truly is a master of his craft. I'm sure our paths will cross again. Что мы еще встретимся. Конечно. Once it's ready, send your son up to be with it. Принесет его мне. Good work, Martin. Отлично работа, Мартин. Анна. It's been an honor. Мне это была большая честь, господин Иштван. Надеюсь, скоро снова. The honor is mine, Sir Radzik. Thank you for the hospitality. Благодарю вас за гостеприимство. A long, peculiar history. That was a long time ago. I might tell you about it sometime, but not today. Will you teach me how to use it, like Sir Radzik said? Как просил пан Радзик. Why? Зачем? It could come in useful. Но это могло пригодиться. Maybe I'll travel a bit before settling down. Прежде чем обосноваться. I'd like to know more than the tavern on the green at the forge. You know the trouble with an adventurous life? It can end before it gets started. I might teach you how to handle the sword, and then someone will shoot you with a crossbow as soon as you set foot outside the house.
Говоришь так, как будто уже сталкивался с этим. Мне уже немало лет, и я много повидал. Да, профессия кузнеца не принесет тебе славы, но у нее есть другие преимущества, например, проще сохранить голову на плечах. Я бы хотел состариться, умереть здесь, в Скалице, чтобы меня похоронили под липой рядом с твоей матерью. Но я бы тоже когда-нибудь. Но сначала я хотел бы повидать мир, повстречать новых людей, повстречать, любить, повстречать. Ты меня что, не слушаешь? Тогда тебе не нужен меч. Messenger. Гонец. He was in a hurry. What's happened? Он так спешит. Что случилось? Опаньки. Беда случилась. Семь капец называется. Возьмите в дом, забери все ценные вещи из сундука и беги в замок быстрее. Твоя мать в деревне, я приведу ее, мы сразу же пойдем за тобой. Нет, ты сделал все, что тебе сказал, отдашь меч пану Ратсу. Что-нибудь случится, он позаботится о тебе, он у меня в долгу. Беги, лошара! Что ж, на этих трагических событиях я заканчиваю эту серию. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в следующей серии.
Всем пока.